Хейл, КСМ Мишмаки, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Monolith. Не думайте, что она довольно очень пиксельная, да, по ее качеству. Это, если что, у нас... как вам сказать... Roguelike игра. Я немного, конечно, в нее уже поиграл. Я не знаю, почему я не могу удалить прогресс. Вау. Это выбрал локации? А, я коврика выбираю. Подождите, я вообще хотел это... Прогресс удалить, но я почему-то не могу. Объясняю, вот, reset progress. Hold confession to real aberrations. А, вот это, да, походу? А ну-ка, сейчас посмотрим. Нет. Ну, ладно, давайте тогда я быстренько вам обучение пройдем. Управление, стрелять у нас вот. У нас вот патроны как есть, как вы видите. А тут есть у нас бомбы, количество хп, а деньги. И вот это я не знаю, что это. Правая кнопка мыши — это у нас дэш. Также у нас тут есть карта, но, конечно, немного такая миниатюрная. Блин, а как очистить? Подождите, я хочу очистить. All confess to air evasion. Ни хрена себе, все. Ништяк, ребята. Все. А я думал, я вообще не думал, как очистить, что за хрень. Теперь все понятно. Так, вот это, ребят, если что, у нас типа врата с для... Ну, чтобы сражаться с боссами. Когда мы их ломаем, появляется босс. Как вы видите, тут... Ой, по-моему, попали. Ну, боссы довольно... несложные. Ну, у некоторых есть несколько фаз. А боссы все разные. А в одной локации, да, именно по местности, которая окружает нас, есть разные боссы. То есть, у нас есть разновидность. А, поехали. Вот это довольно легкие противники. Ну, чем? Они, короче, заряжают свою атаку и начинают нас пулять. А деньги, как вы вот видите, мы собираем. Вот есть буковка А. Это либо магазин. Ага, у нас в нашем случае это не магазин. Так, ХП. Firebombs. А бомбы могут быть разного типа. Ну вот нам предлагают типа два этих взять. Но увеличится дамаг на 10%. Ну, давайте, я думаю, типа возьмем. Поверьте, дамаг здесь значительную роль играет. Дамаг играет значительную роль. Вот это типа мини-боссы. Их нужно обязательно убивать, чтобы пройти это к боссу. Потому что босса защищает вот эти вот, как вы видите, символы.
не знаю, я в нее немного лишь поиграл, то такой себе. Босс еще и не изучил. О, новые шапки. Как вы видели, у призрака только что была шапка. То есть нам тоже дали шапку. Вот это довольно неприятные враги. Опа. Так, эта комната с боссом. Вот как вы видите, она сейчас открыта. То есть я могу туда свободно пойти. Деньги, как вы видите, тоже улетают, то есть они могут пропасть. Так, я не достаю. Готово. Нужно никогда не забывать о дэше, потому что дэш он очень сильно выручает. Вот это у нас комната, считайте, как выбор способностей. Вот типа мы можем получить в магазине вещи на 33% дешевле, а телепорт, когда мы юзаем дэш, и 10% дамага при активации дефолт обычных типа атак. В нашем случае лучше брать блинк. Он очень сильно выручает, потому что когда мы делаем обычный дэш, мы можем зацепить вражеские атаки. Но здесь мы можем, вот, как вы видите, телепортироваться, то есть они нас не задевают. Также у нас бомбы, здесь есть секретные стены. Я еще не научился их определять, поэтому. Для меня бы, конечно, урона немного прибавить. Так, у нас деньги есть. Еще где-то должен быть обычный магазин. И есть комнаты, как у нас в обычной Вайзаке, да, с золотым сундуком. Ну, с дропом. Вот это неприятные враги. Чуть я его не заметил. Через портал тоже можно стрелять. Вот. Еще есть такие комнаты. При взрыве дается... Ну, давайте возьмем. Ага, это у нас типа дробовикам. Там есть как проклятие, ну, не проклятие, а разные эффекты на оружие. Так, что за босс? А, призрак. Изи. Изи, все, мы его убили. Готово. Но это из-за того, что я взял увеличенный дамаг. Как вы видите, он очень сильно решает. А, это, наверное, множитель денег все-таки. То есть он даже не показал свои атаки. Если так посмотреть. Так. Сюда попозже придем. Так, машина улучшения. Критические что-то-то там в оружие. А комнаты on ever floor any HP. Не знаю, но я лучше возьму дамаг увеличение. Так. Вот, видите, вот печать защищает его. Мы туда никак не попадем. Дэф очень сильно помогает. Блин, оружие очень хорошее. И оно скоро просрется. Денежка улетела. Плохо. Ай-яй. А
Ай-яй-яй-яй-яй, хп мне нужно теперь. Так, 100 патронов. Но я не фулл хп. Мы можем все равно сходить к боссу, потому что мы можем возвращаться в те локации, в которых мы уже были. Сейчас покажу пример. Да, Глуд, наверное, сразу я пойду, убью босса. Так, погнали дальше. Фу, блин. Потом позже сломаем. О, неужели магазин? Так, дает бомбы. Так, это ключ. Ага. Еще бомба. Так, минус. Давайте теперь вниз. Ай, ты ж ё-моё, я его не заметил. Зараза. Вот, у нас такие есть комнаты золотые. Они открываются только с помощью ключа. Здесь у нас может быть что угодно. Так, хп либо дамаг. Я возьму дамаг. А, я и то мог взять. Все, хорошо. Так, погнали, наверное, вернемся в магазин. Я сначала возьму... вот это. А, оно просто увеличит дамаг. Хорошо. Так. Rise, Hears, Freeze, Connection. Я возьму лучше вот эту. Кажется, это то, о чем я думаю. Если это то, о чем я думаю, это значит довольно мощная штука. Отправляемся дальше. Я до конца еще не доходил никуда. Ну, типа, я играл. Нет, это не то, о чем я думал. Блядь. Красные рыбки могут прыгать. Это мне не опасно. Блин, канализация здесь везде вода. Вот эта вода мне немного бесит. Сюда мы еще вернемся. Хорошо. Главное экономить хп. Это самое важное. Ух ты ж, бля. Ух ты ж, бля, хамуха. Как же оно мне хп режет. Блядь. Хорошо. Вторая фаза робота. Отлично, плюс хп. Ну, погнали вниз. Это был проклятый! Впервые таких вижу. Но мне хп что-то очень мало стало. Боже, блядь.
Вот это я тоже, на самом деле, впервые вижу. Интересно, есть смысл то, что я такой вентиль? Походу нету. А вот этих роботов двое. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. ХП нужно срочно. Так, так, так. 64. Я лучше отхилюсь. Значит, это типа опасно, я понял. А, я дамаг получил. А, не получил, нормально. Блять! Именно там, где я стоял, классно. Не, погнали, или ладно. С этим оружием похожу. Тихо, 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 тихо. Хорошо, тут у нас босс, да? Но он уже открытый. Добро. Хорошо. Как вы видите, в воде музыка немного замедляется. Вот это я не знаю. А, теперь я понял. Почему меня дальше не проходило? Так, апгрейд. Мне хп нужно. Так, бомбы. Хитпоинтов. Увеличим хитпоинты. Так, готово. Круто. 3 хп. Давай. Шар, лазер. Что, вот этот возьмем тогда? Хоминг. Шефнель. Приз. Приз, ладно, давайте это возьмем. Блять, мне нужно было и брать. Короче, шары это хуйня, я понял. Шарики это херь. Хотя. Так, вот это, если не ошибаюсь, из тех ботов, которые с несколько фазами. Да. Это бот с несколькими фазами. Фу, ну я выжил, выжил. На одном хп. Поехали. Ай, блин, у меня же бомбы есть, точно. Если что, бомбы работают как в NGR The Gungeon. Не уничтожают патроны вражеские. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Это. А, класс. Ха.
Хорошо, что здесь. О, такого я первый раз вижу. Ты ж, блядь. Что-то я не видел, что он после взрыва еще не размножается на несколько. Стекаю. Манать. Ты нахер? Так, магазин. Как оно уже все дорого стоит. Да. Так, это улучшение? А, найс, улучшение, хорошее. Все? Все. Ладно, еще выживаем. Еще, ребятки, живем. Так, вот это я впервые вижу. Типа ловушки. Так, тут нихера. Хорошо, пойдем сюда. У них тактика, знаете, такая, просто лететь и врезаться. Поэтому нормально. Ах ты, блядь. Какая. Ах ты же, блядь. Ладно. Ай, блин, я мух не заметил. Пипец, они меня 4 контишки снесли, ёбаный в рот. Ладно, забираем. А, это то же самое. Окей. А, мне все бомбы забрали? Экстра бомба. Мне все бомбы забрали. Мне это нравится. Мне это нравится. Ра. Блять, я их не замечаю. Пиздец. GG. Ладно. А, все найс. Да. А вот так все играется, ребята. Ну, здесь очечки. Олд, я не знаю, что это. Старый рекорд, походу. А дальше здесь у нас как шапки, я не знаю, где шапки берутся. Пульсары, тоже не знаю, что это. Как вы видите, у нас все здесь еще пустое. Это там, где у нас был здесь котик, а здесь ковры и здесь еще был стендик. Все. Давайте, думаю, на этом закончим. В следующей серии я, может быть, еще одну запишу серию. Потому что у меня новая тенденция выпуска видео. В 12.00 будут выходить всякие квесты, именно поинт-кликеры. В 20 это будут выходить большие игры.
такие как всякие Dark Souls, Far Cry и все в таком духе, короче, на очень много серий. А в 00 это будет у нас адвенчуры. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.